тот роковой день Шакен Айманов оформлял документы для поездки за границу. Потом отправился в ресторан «Дома кино», где его ждали друзья, и попытался перейти загруженный Московский проспект Горького напрямую, в месте, которое ему показалось удобным. Шакен уже прошел полпути. Он стоял на разделительной линии, когда его сбила машина, делающая рискованный маневр. Судьба. Переходил. Уверенный человек. Ну, в общем, видимо, не раз переходил. Но этот раз так получилось.